Бессмертный полк, историческая лекция и спортивный турнир. Подробнее обо всем расскажет Мария Клименко. Наш эфир продолжит рубрика «Городовой». Бессмертный полк Победы нашей пламя. 9 мая по улицам Магнитогорска в шестой раз пройдет мемориальная колонна. Подготовка к акции уже началась. Принять участие в парадном шествии могут все желающие. Необходимо подготовить фотографию участника Великой Отечественной войны на штендере размером 30 на 40 сантиметров. Информацию о фронтовике можно также разместить на официальном сайте или в группе в социальных сетях. По возникающим вопросам можно обратиться на телефон горячей линии. Отмечу, в прошлом году участниками шествия стали около 30 тысяч горожан. Захоронение жриц, магические зеркала и другие находки. О древнейшей истории края расскажут на лекции археологические памятники окрестностей города Магнитогорска. Путешествие в прошлое состоится 29 марта. Этому зеркалу более 1000 лет. Его нашли под деревней Наваренко. А вот сосуд с многовековой историей, оставшийся от племен, пришедших с другой стороны Уральских гор. Это только часть музейной коллекции, рассказывающей о прошлом региона. Лекцию для любителей истории проведет сотрудник краеведческого музея Галина Старикова. Предлагаю рассказать слушателям о истории, о нашей самой древнейшей истории, начиная с каменного века, поскольку и памятники у нас есть каменного века, бронзового, раннего железного. Что-то я принесу с собой, как, например, принесу зуб мамонта или какие-то другие экспонаты, которые могу вынести из музея и показать слушателям. Что-то покажу в презентации, ну и, конечно, отвечу на вопросы. У гостей будет возможность не только узнать больше об истории родного края, но и прикоснуться к археологическим находкам. Лекция пройдет в библиотеке имени Бориса Ручьева. Приглашаются все желающие. Начало в 18:00. Выявит лучших. В ближайшее воскресенье в Магнитогорске состоится интернациональный турнир по ММА. Он пройдет во Дворце спорта имени Рамазана. Посмотреть на зрелищные бои приглашают всех желающих. На турнире выступят лучшие спортсмены боев без правил в двух возрастных категориях – 16-17 лет, а также от 18 и старше. Заявлено более сотни участников из Магнитогорска и ближнего зарубежья. Все поединки будут проходить в октагоне – специальной клетке. Зрители ждут 31 марта к 11 утра. Вход свободный. Мария Клименко, Антон Трофимов, информационная служба медиагруппы «Знак».